Экс-руководитель администрации Сыктывдина Олег Лаженев выслушал приговор районного суда. Главу муниципалитета признали виновным в превышении должностных полномочий. По данным следствия, которое вело региональное управление СКР, подрядчику строительства многоквартирного дома по улице Рабочей в селе Выльгард по программе переселения граждан из аварийного жилфонда в 2015-16 годах по указанию фигуранта был незаконно выплачен аванс без фактически выполненных работ. В 2015-2016 годах по указанию руководителя администрации Сыктывдинского района подрядчику возведения многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного жилфонда в селе Выльгард в качестве аванса при фактически невыполненных работах на объекте из местного бюджета незаконно были выделены 8,5 миллионов рублей. В дальнейшем оплата по муниципальному контракту была осуществлена без учета вот этой выданной суммы. Всего строительная компания СПБ «Главстройснаб» в рамках выполнения муниципального контракта получила 41 миллион рублей, хотя фактически произвела работ только на 33. Незаконченный объект пришлось доводить до ума другой подрядной организации. Причем оплачивать их услуги пришлось за счет дополнительных средств бюджета. Когда летом 2018 года в отношении Олега Лаженева возбудили уголовное дело, его по решению суда временно отстранили от занимаемой должности. Сам он подал в отставку в ноябре того же года. Обвиняемый заявлял, что без выплаты аванса подрядчики не хотели работать, важная стройка бы встала. Сыктывдинский суд пришел к выводу о виновности бывшего руководителя района. Назначил ему год условного лишения свободы. Кроме этого, обязал возместить районному бюджету причиненный имущественный ущерб. Приговор еще можно обжаловать в Верховном суде Коми.